Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1080. Тема «Грех». «Как победить тяжелый порок, малодушие?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Малодушие происходит от трусости, от недоверия Богу, от самонадеяния. Премудрость Соломона, 17.11. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Притчи 22.13. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Исход 6.9. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Числа 21.4. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. Второзаконие 28. Еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Иов 21.4. Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Иеремия 1.17. «А ты припаяшь числа твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». 1 Фессалоникийцам 5.14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Иудив 8.9. «Услышала она в дурных речах народа против начальника». «Услышала она о дурных речах народа против начальника, потому что они малодушествовали по причине оскудения воды. Услышала Иудив и о всех словах, которые сказал им Озия, как он поклялся им через 5 дней сдать город ассириянам». Сирахов 4.9. «Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь». Сирахов 7.10. «Не малодушествуй в молитве твоей и не пренебрегай подавать милостыню». Вот все те 9 мест о малодушии, какие встречаются в Библии. Внимательно перечитайте их, и все они говорят о том, что малодушные люди действуют крайне отрицательно на остальных. Малодушие порождает трусость и боязливость. Это ее законные дети. Горе сердцам, Сирахов 2.12, горе сердцам боязливым и рукам ослабленным, и грешнику, ходящему по двум стезям. Сирахов 22.20, так боязливое сердце при глупом размышлении не устоит против страха. Марка 4.40, и сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры? Откровение 21.8, боязливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. У боязливых нет веры в Бога, и ни один из них не войдет в Царствие Божие. Молодых охотничьих собак притравливают на медведя, выращенного в неволе. Безрассудно бросившаяся на Топтыгина сразу же растерзана им, а смелая хватает его за штаны и не дает ему бежать, успевая вовремя отскочить, а боязливые прячутся за хозяина и повизгивают от страха. Их сразу же после первого урока, как не сдавших экзамены, уводят в сторону и расстреливают. Малодушные действуют заразительно в вопросах веры. Сергианство – это фабрика по выращиванию малодушных, готовых ради своей утробы заложить любого. Вот в чем его чрезвычайная опасность.